Омские хоккеисты сменили шайбу на мяч, а коньки на кроссовки. В нашем регионе впервые был организован фестиваль по бол-хоккею. Презентовать этот вид спорта приехали представители Всероссийской профильной федерации и Федерации хоккея России. Федерация хоккея России достаточно активно участвует в организации проведения смежных с хоккеем видов спорта, в частности, бол-хоккей. И бол-хоккей мы рассматриваем в первую очередь как одно из лучших специализированных средств подготовки хоккеистов. Для страны это не новый вид спорта, это хорошо забытый наш советский дворовый хоккей, некий такой прототип. Поэтому это не в новинку, просто сейчас мы его привезли в более официальном, таком современном формате, в котором играют уже на протяжении там порядка 30 лет и Северная Америка очень широко культивирует, и в Европе. Одним из основных девизов федерации, вообще самого направления движения бол-хоккей, является то, что каждый может играть в любом месте. Я полон положительных эмоций о том, как здесь организован и проведен этот фестиваль. Вот, хочу поблагодарить Министерство спорта, хочу поблагодарить благотворительный фонд Александра Вьюхина. Вот, то есть все организовано на шикарном уровне. Тяжело, необычно, есть над чем работать, это не на коньках, пешком тяжелее, но мы поотработали, отыграли хорошо от соперника, выступили, показали, на что способны, увидели, что многие, ну, могут другие на ногах, не на коньках, как бы все хорошо, все понравилось, надеюсь, дальше будем продолжать. Новые условия, все по-новому, новые правила, конечно, набегались очень сильно. Но это не хоккей с шайбой, больше, я бы сказал так, что сил уходит просто на все вот это, тяжело. Мы преодолели, выиграли первое место, слава богу. По счету шайб забитых, пропущенных, а не шайб, а мячей, забитых, пропущенных, ну, удача была на нашей стороне.